Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили качество реконструкции улицы Чистяковой в микрорайоне «Новая Трехгорка». Новую дорогу протяженностью почти 2 километра расширили до 4 полос, установили 8 остановок общественного транспорта, 4 регулируемых пешеходных перехода, 5 светофоров, шумозащитные экраны для обеспечения тишины вдоль дорог. Работы проведены на качественном уровне, сообщил депутат Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России» Олег Цуцков.